Дорогие друзья, с вами Валерий Буфсуновский. Это видеосылка на статью, очень длинная статья. Вот, вы знаете, я всегда делаю так, что, ну, мне хочется, и я умею помогать другим людям, в данном случае в программировании. Вот, Эдуард, да, в принципе, не так давно в школе, но давно пытался войти в язык. Правильно, написал, что мне после ваших занятий легко стали книги даваться. То есть, по сути дела, уже большая цель достигнута, человек начинает плыть сам. Но я увидел ошибки Эдуарда. То есть, возможно, эти ошибки делают многие люди. Вы знаете, до программирования я много лет занимался продажами. Вот здесь я изложил свой опыт, который заключается в нескольких словах. Свое могу нужно формировать не там, где-то, или не потом, вообще потом, это никогда, а именно сегодня. Понимаете, вот смотрите, у меня не очень красивый сайт, хотя я его переделываю. У меня плохо поставлен английский язык, вернее, я все собираюсь его начать учить, но все, никак времени нету. Тем не менее, ко мне всегда приходят люди. Почему? Потому что я рассказываю простым языком. Но где же лежат эти корни? Вот это корни лежат в желании помочь. И вот, почитав эту статью, каждый вынесет что-то свое. Но каждому имеется возможность здесь, я не рассказываю там каких-то золотых фич, золотых кнопок, а как действительно реально можно изменить свою жизнь, чтобы к вам притягивались другие люди. Почитайте, ведь все очень просто, и все это самое интересное вы сможете проверить на личной практике. Поэтому дам ссылку ВКонтакте и дам ссылку на сайте. ВКонтакте, кстати, новости школы. Ну, а допустим, у кого, как у украинцев, нет доступа ВКонтакте, почитают на сайте. Спасибо за доверие, все, ребята, получится.